Туроператор «Жемчужная река», по чьей вине пострадали более 5000 наших туристов, продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы. Как сообщили в Росавиации, о преступных схемах стало известно в ходе расследования. Выяснилось, что компания специально вводила в заблуждение своих клиентов и фактически нарушила закон о туристической деятельности. Более чем у 200 человек был билет в один конец. Рейсов, указанных в маршрут-квитанции, не было вовсе. Сейчас туристов, застрявших на китайском острове Хайнань, стали возвращать на родину.